Делаем такую барбекю зону. Вот. Длина примерно 4,40, 4,37. Так, особенность в том, что здесь у нас идет кирпич ручной формовки. Вот. Там задняя стенка просто обычный кирпич. Вот. Пока только лежит два ряда. Вот здесь, по идее, будет газовая плита встроена. Вот здесь казан. Здесь мангал вот с выступом. Здесь у нас будет коктал. Ширина зоны метр. Чуть больше там. Метр. Метр и один. Вот. Вот такого плана кирпича нет. Пока только первая часть.